А теперь к медицинским новостям. Гиппократ сказал, болезнь легче предупредить, чем лечить. Об этом плохо помнит население, но хорошо знают врачи, которые призывают проходить профилактические осмотры, ведь именно они позволяют обнаружить на ранних стадиях самые опасные болезни, включая рак. В борьбе с этим страшным недугом на помощь пациенту приходят онкологи, в том числе и химиотерапевты. Это узкие специалисты, которых, как оказалось, в Тверской области очень мало. Но наши съемочной группе удалось встретиться с таким доктором и задать вопросы по его профилю работы. Утро выходного дня. В Тверь приехал онколог-химиотерапевт из Москвы Игорь Данилов. Он ведет приемы только в лечебно-диагностическом центре «Вера». Для тверских пациентов это уникальная возможность получить квалифицированную помощь на высоком уровне. Мы работаем по мировым протоколам. Это мировые клинические рекомендации, в первую очередь это российские клинические рекомендации, те же самые европейские, американские клинические рекомендации. Что мы будем находиться в Твери, что мы будем находиться в Москве. Протоколы лечения, они будут везде одинаковые. Но разница идет, конечно, в самих препаратах, в их качестве. В коммерческих клиниках у пациента выбор препаратов шире. Да и внимание со стороны врача больше, так как нет такого потока пациентов, считает Игорь Данилов. За 10 лет практики он понял, что в процессе лечения важно иметь безграничное терпение как самому врачу, так и близким больного. Наша задача ему максимально объяснить, чтобы он понял, что с ним будут делать, что ему предстоит дальше, что это за болезнь вообще такая. И как с ней жить? Люди должны пройти определенные стадии заболевания. Те же самые принятия, да, те же самые стадии агрессии. Мы знаем об этом, что эти стадии заболевания, хронического заболевания проходят все пациенты. Мы должны просто набраться терпения, чтобы человек не замыкался в себе. А главное – вместе начать лечение. Имея богатый практический опыт работы в столице, Игорь Данилов подчеркивает, что химиотерапия – быстро развивающееся направление, которое дает широкие возможности в лечении различных видов рака, улучшение качества и продление жизни пациента. Записаться на прием к Игорю Данилову можно по номеру телефона 41 55 00 или на сайте www.ooovera.ru.